В субботу утром хозяин дачи, расположенная в районе 16-го километра Владивостокского шоссе, обнаружил на своем участке медвежьи следы. Похоже, косолапый забрел сюда в поисках пищи еще ночью. Я пошел за дровами, слышу, что-то шарится. Ага. А значит, убежал, спрятался. Угу. А потом пошел обходить, а оказывается, тут кругом все затоптано в медвежьих следах. Владелец участка – пенсионер. Благоустроенный дом позволяет ему жить здесь даже зимой. О том, что на территории может появиться опасный визитер, мужчину предупреждали дачники из соседнего товарищества, которое находится в нескольких километрах от дружбы. Там садоводы видели не слишком крупного бурого медведя, но вызывать спецслужбы не стали. Пенсионер же смотрел на эту проблему по-другому. К нему в гости часто приезжает внук вместе с друзьями-хоккеистами. На озере неподалеку мужчина планировал сделать для них каток, где ребята могли бы тренироваться по выходным. Однако с таким соседом гонять шайбу по льду никто не захочет. Дачник обратился в охотнадзор. Охотоведы сказали, значит, что сегодня приедут, значит, сфотографируют следы, значит, и будут принимать решение. Дачный массив, по которому бродит незалегший в спячку медведь, граничит с большим хихциром. Скорее всего, зверь и дальше будет появляться в этом районе в поисках пропитания. Голодного шатуна будут либо ловить, либо отстреливать, если он будет представлять угрозу людям. Отдыхающим на хихцире следует иметь в виду, что в южном пригороде бродит хищник. С места происшествия Юлия Рябцева, Анастасия Климчук и Павел Рогатин.